Здравствуйте, друзья. Очередная грустная история. Двое молодых людей приехали из Москвы к своим родственникам отдохнуть и поехали кататься в сторону ближайшего пруда. Там стоят скамеечки, беседки, и возле одной из таких беседок они обнаружили малыша, который, увидев их, заскулил и начал ползти. Сладкий мальчик, ну что ж ты, да я боюсь его оставлять здесь. Начали оглядываться, смотреть, никого вокруг, глухое место, куда приезжают на рыбалку и просто развлечься, на пикники, и в это место отвезли и выбросили ребенка. Малыш не мог встать. Ползком он полз к ребятам и просто скулил. А еще очень трогательно хлопал хвостиком. И показывал, какой он хороший и как он рад их видеть. Этому малышу повезло. Ребята сразу забрали его. И вечером отвезли в ближайший приют, где он провел ночь. А уже утром созвонились с нами и попросили помощи. За ночь ребенку не стало лучше, к тому же он был весь усыпан клещами. Сколько смогли, обобрали сами. А дальше ребенка отвезли в стационар. Он скулил, все время тихо скулил, хоть и очень радовался любому прикосновению и вниманию. В стационаре ребенку сделали снимки и сдали анализы. Снимки показали чудовищно раздутый животик, желудок. Он был набит травой, камнями, еще чем-то. Ребенку повезло, что проходимость кишечника еще действовала. В общем, ребята, перед вами малыш, у которого отказали лапки, потому что его разрывали болевые колики. Ребенку было настолько больно, что он не мог встать. Несколько капельниц. И сейчас ребенок приподнимается и стоит. Слава Богу, нет переломов. Но ту боль, которую ребенок перенес за эти пару дней, я не пожелаю и врагу. То, что с него выходило, ребята, это страшно. Видно, что ребенок брошен был там минимум 2-3 дня. Это минимум. Ребенок ухоженный, домашний, но в чем причина того, что его выбросили? В чем причина, что он подбирал по берегу этого пруда объедки, целлофан, обертки от конфет, все то, что скопилось у него в желудке? Маленький, голодный, испуганный, брошенный.